Что тут успел сделать? Твою водочку, чтобы успеть поссориться с краю? Я принц Каспин, а не раз мой дядя. Дядя! Это же наследник нашего величайшего врага! Вы сошли с ума и хотели оставить это задание в живых! Не говори! Раз ты насчитали, ты будешь держать себя в руках или там с тюбелем, придется тебя проучить. Как ты говоришь, ты принц Каспин? Ну и что ты делаешь здесь, в лесу? Дядя Мирас решил убить меня за то, что мне нравится старая Нарния. А доктор Корнелиус, он наполовину гном, наполовину человек. Верховного короля Питера, остальных всех, кто правит в Карпарова.